Британец Энтони Уэйнрайт, боровшийся продолжительное время с раком желудка, буквально накануне своей смерти решил произнести шахаду. Момент произнесения мужчины самых важных слов в его жизни был запечатлен на видео. Став мусульманином, Энтони попросил позаботиться о том, чтобы его похоронили в соответствии с исламскими канонами, а джаназа намаз провели в мечети Грин-Лейн в Лондоне. На похоронной молитве присутствовало несколько сотен мусульман. Хотя у почившего совсем не было родственников, его новой семьей стали окружающие мусульмане, отдавшие ему последнее право как брату. Члены местной общины не оставили своего единоверца и проводили его в последний путь. Воистину, Аллаху мы принадлежим и к нему мы вернемся. Зарабатывайте, но денег все равно не хватает. Не понимаете, куда уходит ваш бюджет. Не вылезаете из долгов. Не можете отложить на крупную покупку. Выход есть. Я Кумар Мухамедзянов, эксперт в сфере финансов и инвестиций для мусульман. Покажу вам, как я заработал свой первый миллион долларов на инвестициях. Как с 1000 рублей можно создать свой собственный пенсионный фонд и всегда быть при деньгах. Обсудим, куда вкладывать деньги далекому от инвестиций, а куда не стоит. На моем бесплатном мастер-классе специально для зрителей Алиф ТВ. После нашей встречи вы уже никогда не будете другим. Ваше мышление кардинально поменяется.